Актера застукали в очень двусмысленной ситуации, и посетители одного из модных ночных клубов Сочи немало удивились, когда в один из последовавших за Новым годом выходных заметили среди публики популярного артиста Максима Аверина, причем не одного, а в компании двух возрастных дам, при ближайшем рассмотрении оказавшихся известными в определенных кругах богемными персонажами. Пикантность ситуации придавал тот факт, что заведение, куда заявилась звезда, является ничем иным, как популярным гей-клубом. Позже артист уверял журналистов, что специально выбрал такое место, чтобы отдохнуть, не будучи осаждаемым толпой поклонников. Однако, когда новость о визите Аверина в столь необычное заведение разлетелась по соцсетям, публика предположила, что Максим действительно не хотел быть узнанным. Но по другой причине, недаром в тусовке и желтых СМИ давно циркулируют слухи о нетрадиционной ориентации подозрительно одинокого кумира, который ни разу в жизни не был женат. Так или иначе, пишет собеседник. Ро оставаться инкогнито актеру быстро надоело, тем более что спутницы всячески его подначивали. Тогда Аверин влез на барную стойку и принялся исполнять песни под караоке, но получалось, видимо, не очень музыкально, поскольку вскоре столичного гостя вежливо, но твердо попросили прекратить. Впрочем, в обиде актер не остался и в конце вечера вместе со своими приятельницами и неким молодым человеком мирно удалился.